Меня попросили. Nothing, approaching for Star Trek Horizon, and many friends and company of Flagstaff, who also is he, comedian or kind, a Venice woman, Roman conspirator, or all those wrong, an unfinished role. Он был никто, безграмотный бездельник, стратворский браконьер, врезались нечем, веселый друг компании Фальстафа. И кто еще? Назойливый вздыхатель, какой-то смуглый леди из предместья. И кто еще? Комедиан, король, седая ведьма с наговором порчи, венецианка, римский заговорщик, или это только сыгранная роль? За выстрелы с персами сам дискавый темно, посмотревший спинка носу в соте 7 плейс. And 154 sonnets, they keep agitating people today. Oh, someone has hit in the shoulder of this man. Probably no one can answer these questions properly. No one answers the parents of his immortal words. Let's start, ladies and gentlemen. You are welcome. As you speak, he'll speak with you. They do have something to say, and we do have something to think about ever today. До сих пор жизнь Уильяма Шекспира покрыта замысел тайны. Им написано 37 пьес и 154 сонета. И сегодня они продолжают волновать сердца читателей. А сам Шекспир создал эти воистину великолепные произведения. И какой-то еще пятнашнее сильнее этого человека. Наверное, никто не сможет ответить на вопрос. Тайну знают лишь герои его произведений. Давайте начнем. Дамы и господа, добро пожаловать. Герой Шекспира будет говорить с вами, и мстительнее, что сказать об этом, а нам же что-то так мучить. Здравствуйте, дорогие гости, учителя и ученики нашей школы. 23 апреля исполнилось 400 лет со дня смерти великого английского писателя и драматурга Уильяма Шекспира. На уроках мы с вами познакомились с жизнью этого писателя, но никто не сможет лучше рассказать о драматурге, чем его герои. И сегодня нам представится уникальная возможность почитать, послушать, сыграть героев Уильяма Шекспира на языке оригинала. Вы поняли, что мы будем сегодня проводить наше мероприятие на двух языках для того, чтобы вы лучше все поняли. Мы надеемся, что вы сможете проникнуться той таинственной атмосферой шекспирской поэзии. И мы надеемся, что сегодня вам все должно понравиться. Так, кому не нравится, сразу вон. Я еще и учитель, кроме того, что ведущая два вечера. Прошу прощения. Но самая сложная работа предстоит сегодня жюри. Из 17 человек им нужно будет выбрать лучших. И поэтому сейчас я представлю жюри, а мы с вами все поаплодируем нашим жюри. Итак, кто сегодня к нам пришел? Сначала тех, кого знаю. Марина Анатольевна Жидкова, истории школы, преподаватель английского языка. Далее, Инна Геннадьевна Плотникова, учитель английского языка из школы номер 13. Далее, Лаура Александровна Сушкова, учитель английского языка из школы номер 13. Светлана Николаевна Андреева, тоже школа номер 13. Она руководит театром студии, в которой ставит спектакли на разных языках и на английском тоже. Все, четыре милые женщины. К сожалению, к нам не присоединился мужчина. Ну, значит, мы вчетвером будем решать судьбу
наших участников. И если он присоединится, мы его примем, научим. Да, мужчина всегда. Итак, а сейчас мы отправляемся в путешествие в маленький городок Стрэдфорд-на-Эйвоне, где в семье мастера по изготовлению перчаток в 1564 году родился сын Уильям, который впоследствии станет знаменитым на весь мир. В 6 лет он, как все дети, пошел в школу. В 13, к сожалению, школу ему пришлось закончить и помогать отцу в работе. Очень рано Уильям Шекспир женится. Его возлюбленная Энн Хэтэуэй, которая старше его на 8 лет, рожает ему 3 детей. Но вскоре в Стрэдфорд на гастроли приезжают актеры из Лондона. И Уильям Шекспир отправляется с ними, так как он не может не играть. По иронии судьбы, сначала ему приходится сторожить лошадей возле театра в тот момент, когда богатые люди наслаждаются просмотром представлений. О том, как творил великий мастер, нам с вами расскажут Василий Лунёв в роли Шекспира и в роли его возлюбленной Розалины, его музы Алена Сергеева. When first we met, I didn't guess that love would cross her heart a master and more the common friendliness. When first we met, I didn't guess. Oh, Will, my darling, I'm glad to see you smiling. I've come to change your life up to the end. Oh, come to me, Miss Westman. Так жизнь исправит все, что изувечит. И если ты любви себя отдашь, она тебя вернее увековечит, чем этот беглый толстый карандаш. So I compare to a summer day, thou art more lovely and more temperate. Ruins do shake the darling buds of May, and summer leaves fall all too short a day. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода, ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природа. А у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето, и смертная тебе не скроет тень, ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор. Только отрывок из известного сонета под номером 18, а полностью сонет нам представит Анастасия Трофимова и Юлия Афанасьева. Здесь будет и английский, и русский вариант этого сонета. Shall I compare thee to a summer day, thou art more lovely and more temperate? Thou wind to shake the darling buds of May, and summer sleeps her fall too short a day. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his cold complexion dim, and every fay from face sometimes declines, by chance or nature's changing course and true. But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair the worst. Nor shall this break the wondrous in his shape, when in turn lives to time the ghost. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this is life to see. Сравню ли я тебя с весенним днем? Нет, ты медлительный красой. Злой вихрь играет нежным лепестком, весна проходит краткой полосой. Светило дня то, что чрезмерный зной, то вдруг скрывается за тучей мрачной. Нет красоты, что строго чередой. Или с тучем не встала бы незрачно. Твоя ж весна не ведает теней, и вечный блеск ее не убедает. Нет, даже смерть бессильна перед ней, на все века твой образ поселяет. Пока есть в людях чувства и мечты, живет мой стих, а вместе с ним и ты. Шекспир начинает работать в театре. Он пишет пьесы и ставит спектакли с королевской актерской труппой. Но земля, на которой находится театр, слишком дорога. Ни у Уильяма Шекспира, ни у его друзей-актеров нет денег, чтобы заплатить за нее. И поэтому театр закрывается. Что делать? Но однажды ночью Шекспир и его друзья-актеры по бревнышку разбирают театр и переправляют его на другой берег реки Эйвон. Там театр отстраивается заново, он называется «Глобус», и вскоре он становится одним из любимейших театров королевы Елизаветы.
For me, my country is important. I'm virgin queen, but only for men. My England is my friend, my husband and my love. I gave my heart, my soul, love for it. And if it needs my life, I'll give it. I've been, I am and always will be faithful to my England. Доподлинно известно, что во времена королевы Елизаветы в театре могут играть только мужчины. Но иногда женщины переодеваются в мужскую одежду и проникают на прослушивание. И сейчас мы приглашаем для чтения сонета номер 49 Александру Французову. Наверное, она одна из тех леди, проникнувших на просмотр Шекспировского театра. The time comes when I shall see the form of my defect, when I thy love have cast his utmost sum, called to the audit by and rises respects. Again the time when thou shalt strangely pass and scarcely greet me which the sun's eye, when love converted from the fit it was, shall reasons find of settler gravity. Again the time If ever that time come, do I ensconce me here within the knowledge of mine own descent, and this my hand reserve a prayer to God the lawful reasons of thy part, to leave for me the hands the strings of laws, since why I love I can allege you no cause. Тот черный день, пусть он минует нас, когда увидишь все мои пороки, когда терпение истощишь запас и мне объявишь приговор жестокий, когда, садясь в толпе людской, меня едва подаришь взглядом ясным, и я увижу холод и покой в твоем лице по-прежнему прекрасном. В тот день поможет горю моему сознание, что я тебе не стою, и руку я в присяге подниму, все оправдав твоей неполнотой. Меня оставить вправе прямоту, а у меня для счастья нет заслуг. Ну а следующего героя шекспировской пьесы, которого представит Евгений Шляпин, вы узнаете без объявления. Итак, Евгений Шляпин. To be or not to be. That is a question. Whether it is nobler in the mind to suffer the sins and errors of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to save the end, the heartache and the thousand natural shocks. That flesh is fair too. Tis a consummation, devoutly to be wished. Или не быть. Вот в чем вопрос. Что лучше для души? Терпеть прощи и стрел яростного рока? Или на море, бестий ополчившись, покончить с ним? Умереть, уснуть, не более. И если сон кончает тоску души и тысячу тревог, нам свойственно такого завершения. Нельзя не жаждать. Вот и ответ. Тебя я, Гамлет, напишу позднее. Сейчас черед других приходит нам. И расскажу вам о любви великой, о генерале, чье лицо чернее самой черной ночи. Но сердце лишь одной принадлежит. Ее мы назовем
Дездемоны. И если вам, друзья, разуметь, о чем же речь вести я собираюсь. И чтобы Маур наш не был безымянным, ему дадим мы имя, он Отелло. Oh yes, my lord. But why? What's wrong with you? Well, I so failed. You have deceived me. Now you must die. What for? I love you so much. I didn't bring you any harm. Believe me. I wish I could believe. No, you must die. Убийца жалкий, черт слепой, но что я было делать с такой женой, такому дураку, как его терпеть небо? Сейчас мы продолжаем нашу шекспировскую битву. И с сонетом номер 8 приглашается Оксана Лосева. Music to hear. My hear the music sadly. Sweet with sweet were not joy, delight and joy. My love is those that which receives not gladly. All else receives as pleasure sign and all. If the true concord of wanting sounds, by unions, merit do often sign ear, they do but sweetly child see who confounds, in singly the part that thou shouldst bear. Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь непонятной тоской. Зачем ты любишь то, что так печально, встречаешь муку радостью такой? В чем тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночества звучат? Послушай, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти. А сейчас чтением сонета номер 116 нас порадует Алина Григорьева, десятиклассница наша. Let me not to the marriage of your minds admit impediments. Love is not love, which alters when an alteration finds. Obeying is the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark. That looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose voice are low, although his height be taken. Love's not times full. Though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come, love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. If this bear an upon reproof, I never eat, nor know, but never love. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлен. Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла жалкая в руках у времени стирающего розы, на пламенных устах и на щеках, и не страшнее времени угрозы. А если я не прав и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов. Я лучше расскажу вам о любви, которая была не так жестока, но столь печальна. В Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои. И не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Его мы назовем Ромео, он Монтеки, а девушка Отель, или дочь пирата. Нет, Вильям, ее Джульеттой лучше назови, и пусть ее род будет Капулетти.
Итак, ребята 7 А и 8 А класса расскажут вам о неземной любви Ромео и Джульетты. Я прошу тишины, потому что им очень сложно играть эту сцену. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела сказать небольшой комментарий. Мы знаем, что «Ромео и Джульетта» — это очень большая пьеса, очень большая трагедия. И ребята вам представят сцену у балкона после бала. Сцена самая романтическая, когда они признаются друг другу в своих чувствах первый раз. Мы все взрослые люди, давайте отнесемся с пониманием. How can I believe it while my heart stays here? No, I must find my son, my dear love. Hey, Romeo! Hey, my cousin! Where are you? Oh, he's clever enough and must have gone to bed already. Here he was. Perhaps he jumps down into this garden. Let's call him together, friends Меркуца. Romeo! Romeo! No, Romeo. I want to sleep. Good night, my friend Romeo. I can't understand such a love. It's too cold, Benvolio. Let's go home. I'm very sorry, from Romeo. Laugh at me, you silly boys. You don't know how the love can be. He is joking at the pain. Who was never wondered? This is she. Oh, Juliet, you are like the sun at that night. Oh, woe is me. She speaks. Please speak again, my dear lady. It's the dead of night, but all around is so light. Please speak again. Oh, Romeo, why are you, Romeo? Please leave your father, leave your mother, change your name and be my beloved. Oh, I shall be not Capulet anymore. Shall I listen further, or must I speak to? Your name is my enemy. And what is my back? This is not a head, not a leg, not a face. Oh, Romeo, change your name and take on myself. I take you to work. Please, call me your beloved, and I shall be not Romeo. Oh, who are you? You listen to me. You heard my secret. I am not Romeo. Montec? No, if you don't like it, I'm not Romeo. How did you get here? Tell me, why? The walls are too high. The love helped me. It gave me wings. Love can do everything. Oh, if my cousins see you, they will kill you. You must go at once. Please, I want only to see your eyes, your face, and I'm afraid of nothing. Now I see you. You heard my words, and I feel my face sad. Please, tell me. Honestly, do you love me? And tell me too. I do. I love you, my dear lady, but you leave me not satisfied. My love is so deep like a sea. The more it I give you, the more I have. Juliet, what are you doing here? Your mother wants you. I go on earth, wait a minute, I come late. Oh, blessed night, I'm so happy. It's not a dream. Only the words, Romeo, them really good night. I love you very, very much. My dear lady, I love you more than life. Romeo, when it will shall be with tomorrow? At night, my love, at my Lord's self. Наш грустный мир приносит дня светило, лик прячет в облаках пустых. Идем, рассудим обо всем, что было. Одних прощение, кара ждет других. Но нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Героев жизнь, любовь, их смерть и сверх того Шекспира слава, что живет ныне. На час лишь составляет существо, разыгрываемые пред вами были. Помилуйте ведь слабостям пера, мы сгладить их старались, это лишь игра. И если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Итак, подходит к концу наша с вами шекспировская битва. А сейчас, пока уважаемые жюри будут подводить итоги, мы сейчас послушаем Оксану Масаеву, которая сыграет нам что-то на гитаре. Так, поэтому, пожалуйста, артисты, будьте добры, займите места. Thank you.
Это прям ее роль. Она хорошо. Она хорошо. Она хорошо. Thank you.